Здравствуйте, ребят. Включаем третий период 16-го матча Hot Champions. Пока выигрываем. Везет. Да. Я думаю, что выиграем 5-0. Я уже в топ-1000. Заветной цели. Приближаемся. Пока четко в обороне, стараюсь действовать, не швыряться, не нырять. Классная передача была, конечно, но Магди что-то... У меня слева не было пространства, надо было пошире играть, пошире опасно, потому что выбьют шайбу, поэтому узко обыграл голкипера. Да, тут зевнул разик. О-о-о-о. Патрик Кейн. Ну, конечно, Кейну нельзя такие давать моменты, сразу он реализует. Один из лучших булитеров. Булит? Булитер. В мире. Да, здесь опять разыграли, дали пас на Йокнина. Ошибка игрока, который против меня играет, так могу сказать. Он очень ныряет много на меня. И проваливается, ну понятно, да, ныряет, что такое. Он очень много проваливается. И поэтому у меня всегда есть пространство передо мной пустое какое-то, свободное. Лео Дрозетто 10-0 делает счет.
А, немножко не удалось обыграть защитника. Удаление у соперника. А, 9-0, ребята, я думал 10-0, 9-0, извиняюсь. Ой, куда пас отдал Петранцева. Да, все, 16-я победа. С победы нас, ну, не думаю, что много очков дадут. Сейчас посмотрим соперника. Блин. Да, 7 очков всего. Так, подождите, 16-я победа. Думал, 16-я, 15-я победа у нас получается. Да, 15-я победа. То есть еще играть и играть нам. 5 матчей еще. Просмотр голов. Статистики вратарей и все такое в конце матча. Начинает разгром Оли Йоконен. Как-то у него шайба оказалась. Ну, здесь Йоконен один из лучших в игре сейчас на реализации таких моментов, как и Кейн, например. Так, Зибанеджад убежал, перед ним легли, он увидел это, выдержал паузу, ну и передернул вратаря, и гол. Второй период, Жан Блювье. Долго вот была такая игра равная, потом очень долго. И Жан Блювье, прошла передача от Юберда. Юберд дал передачу на Жан Блювье. И гол. Ну и дальше тут уже разбежались мы. Но соперник уже ему без, когда он не верит в победу, уже без разницы. Быстрый проход и сильный пас вдоль ворот на подстановку просто. Там 3, например, 0, не помню сколько. Потом Зиграс. А, ну это моя фирменная комбинация. 4-0 или 5, сколько там. Потом убежал Кейн, это мы уже видели. Гол. Так, Йоконен, что тут? А, передача на Йоконена прошла. 7-0. Дюшес. А, тут в одно касание с неудобного. Ну, хороший вантаймер, ребят, что-то говорить. И Дрозетл. Завершает разгром. 9-0. Так, у нас 15 побед получается. Да, 15 побед. К ряду. Играем дальше. Все, ребят, хорошего дня всем. Ну, мини-план такой, 15 побед выполнили, теперь попробуем попасть куда-нибудь дальше. Все, пока-пока.